дерево как пальма. Дальше не уже пошло. Ключик все внутри. Тебя зритель бачил? Так смотрит внимательно.
меня в телефоне написано. Даша уже пришла сюда, на свое поле. Просто здесь был ветер такой сильный, на свой манеж. Вот, и сегодня как бы такая тренировка у нас. Там и там мы чуть-чуть позанимались. Такое. Пылярка, конечно, ужасная. Thank you.
слушайте, какой ветер. Я немножко приоткрыла дверь. Ураган ужасный поднялся. Даша пошла вовнутрь в манеж заниматься, а я сижу в машине и снимаю, потому что очень-очень ветрено. Песок весь в лицо летит и так далее. Поэтому сегодня вот такое вот у нас занятие по конному спорту. Ладно, включись уже, когда буду Дашу забирать. Гриша, что он боится? Не укусит? Дайте глаза большие. А этого как зовут? Да, этому еще. Да-да, ну одну можно и можно. Ну, испытай. Нос красный. Так хрустит. А ты уже подавала, Ариша? Нет. Целяма? Нет. Тебе нам всех хватит? Конечно. Где ляма? Ляма она накатает. Ляма нет там. Ага, так красиво, картинку хоть поменяли. У целям? Ну да. А, ты говорю, что конечка. Ничего под ними, потом на запах пойдет. Так, пошли дальше. Так заелось, да? Понравилось сегодня кататься? Тебе ветрено было, да? Кто? Ну, ага. Не ради себе. Укусила? Не, прям плохо. Все? Все. Вы поднимаемся, хорошо? Что, будем ехать? Да. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока.